Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня очередной коллекционер на канале, хотел сказать, на аккаунте моего подписчика Андрея с ником Demons 3 пятерки. Находится он в гильдии Deadside. Кидайте заявочки, вступайте. Первые, вторые места битвы гильдии Атака Фортов. Так, поехали посмотрим. Немножко доната. До шапки даже не дошел. Коллекционер. Такой же, как всегда. Так, окей. Поехали посмотрим, какая у него будет сегодня удача. Ну, в принципе, всех, кто сегодня кидали, собрали. Посмотрим. Так, а ну что у него не хватает? Заклинательница, Космо, Трифит, Мадора, Седнаки, Дипа, Башка, Ледяха, Землеройка, Асура, Махатма, Рогатка, Бугиман. Ого. Все топовые герои. Последние недостающие. Так, Леди Лео. Дед Мороз. Красный нос. Что-то как-то, ну, так себе падает на русском сервере. Кенди, вот. Я думаю, у него Кенди должна быть. Вряд ли. Поверю, что у него Кенди нету. Конечно, есть. Ведьма. Заклинательница. Вот интересно, Закла есть, нету. Варлок. Закла, Закла нету. Ну что, поздравляю. Еще один недостающий герой. Гаргул. Ну давай, блин, мы бы уже на английском сервере, не знаю, затащили нормально плюх и... Просто жесть. Так, давайте до имбы и пойдем в рейд. Три панды кунг-фу. Еще одна кенди. Ну, уже на вторую эволюцию у него уже есть. Кстати, сегодня заметил, реально очень много падает. Вот три. Так. Асурик. Вот так вот. Но это уже поинтереснее будет. Хоть что-то. Второй герой у нас есть. Так, ну что, поехали в рейд. Блин, да героя у него, конечно, дофига нужных. Надо. Ну, самое главное у него есть. А ну, Фрея. И Ронин. Для битвы гильдии, в принципе, хватает. Так, интересно, что у нас по слизням. 14-15, капец. А потратили мы это всего, ребят, 31к. Офигеть. Больно. $32к и все слизни собраны. Это рекордик. Так, ниндзя воржей. Валентина.
Просто изи, ребят. Космо. Ну что, поздравляю. Блин, один из самых топовых героев Космо. Еще осталось Лазулю. И, в принципе, жизнь удалась. Тин-тин-тин-тин-тин. Отлично. Вот это радует. Интересно, с каким он хоть талантом выпал. Блин, была бы пятая ремка, это вообще был бы космос. Ассура, пятый разброс. Прикольненько, Закла. Да, прикольно. Поехали дальше. Можно уже считать, третья кинди нам падает. А роллинг удачным. Фрэнки. Триант. Атлант. Дед Мороз. Давно я уже, кстати, Космо не выбивал. Ну, кроме своего аккаунта. Рандом меня убивает. Просто жесть. Хотя, с другой стороны, знаете, ну, мы вытащили, скажем так, неплохие героев, собрали плюхи. Правда, землеройку мы не вытащили, но собрали неплохие. Неплохих героев. Так, окей. Я думаю, у него питомцы все есть. Анубис, ничего себе, неожиданно. Неожиданно, конечно. Это он докупал. Видно, докупал ордена, которые продают. Так, а что у него по ресурсам? Вообще творится. Да, с ресурсами печаль, к сожалению. На архикарточка, коробочки. Коробочки, к сожалению. Ну а так, в принципе, отлично. Да, Махатма ему и Бугимена, конечно, не хватает. Да и ПБшка, смотрите, сколько героев. И реально падает, ну, такое себе. Хотя Космо сам по себе заменит многих у него, но хотелось бы, конечно, чтобы повеселей падало. Ну, хотя он, я так понял, начинающий донат по чуть-чуть. И дойдет до Минотавра. Все, пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.